Սեպտեմբերի 20-ին Երևանում տեղի կունենա Armenian Business Forum 2022 ամենամյա գործարար երկրորդ համաժողովը։ Տարածաշրջանում առաջատար բիզնես միջոցառումը կազմակերպվում է Հայ գործարարների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ և Տաշիր ընկերությունների խմբի աջակցությամբ։ Armenian Business Forum 2022-ի գործընկերն է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Համաշխարհային տնտեսական մարտահրավերների դարաշրջանում Հայաստանի դերը որպես Եվրոպայի և Ասիայի միջև կամուրջ։ Armenian Business Forum 2022-ը կառուցվում է այդ կամուրջ։ Երկխոսության փորձի փոխանակման, ջանքերի համախմբան և նոր տնտեսական իրականության պայմաններում մենք ստեղծում ենք երկրների միջև կայուն գործընկերություն։ Խոշոր բիզնեսի շուրջ 500 ներկայացուցիչներ աշխարհի 26 երկրներից, հեղինակավոր դեմքեր, անվանի հյուրեր, բիզնես միջոցառումների բազմաբնույթ շարք, կլոր սեղաններ, պանելային քննարկումներ։ Armenian Business Forum 2022 ժամանակն է գործել հանուն նպատակի, հանուն գաղափարի, հանուն բարօրության։Բարևձեզ, այսօր սեպտեմբերի 7-ն է, մենք ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, Վլադիվաստոկում արդեն կայացել է Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումը, մինչ առանձնազրույցը կողմերը ընդգծել են, որ ամենազգային հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգություն ապահովելու հետ կապված իրավիճակն է։ Հենց այս մասին էլ կխոսենք Մոսկվայից քաղաքագետ Ֆյոդոր Լուկյանովի հետ։ Զրայցուցե, Ֆյոդոր Ալեքսանդրովիչ։ Здравствуйте. Давайте начнем с Владивостока. Так, первое. На встрече с Пашиняном Путин заявил, что одним из самых чувствительных вопросов является обстановка вокруг Нагорного Карабаха. Как вы думаете, кому это адресовано? Ну, это адресовано, естественно, всем вовлеченным сторонам. Но поскольку последние конфликтные ситуации были связаны с активностью азербайджанской стороны, ну и турецкой, которая их поддерживает, думаю, что это в большей степени реверанс, или я уж не знаю, как это назвать, сигнал в сторону Баку о том, что Россия не ослабляет свое внимание к этой ситуации. Теперь опасения Пашиняна. Цитирую. «Концентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе может привести к дестабилизации ситуации на Южном Кавказе». Как вы думаете, а это кому адресовано? Ну, это понятно, адресовано человеку, который рядом с ним сидел, России, Путину. И, в общем, опасения обоснованы, потому что сейчас до такой степени все сконцентрировалось на украинской теме, и в мире в целом, и в России, естественно, тоже. Это абсолютный приоритет российской политики, любой, внешней, внутренней, военной, что есть основания опасаться, что, значит, все остальное будет второстепенно. Но думаю, что в какой-то степени это может происходить, но только в какой-то. Россия прекрасно понимает, и Путин это замечательно осознает для себя, что если создастся впечатление, что Россия настолько увязла, углубилась в украинский конфликт, что перестает выполнять свои обязательства и свои задачи в других, то это ударит и по украинской ситуации. Поэтому, скорее всего, никаких сдвигов ни в Сирии, ни в Карабахе в военном плане не допустят. Значит, я вас правильно понял. Обострение на украинском фронте приведет к угрозе на Южном Кавказе? Нет, вы меня спросили, процитировав Пашиняна, да, есть ли риск того, что внимание будет отвлечено? Да, есть, безусловно. Угу. Это понятно, он уже есть, этот риск. И Путин, в общем, приглашая Пашиняна и делая заявление, которое он делает, дает понять, что никаких опасений Армения испытывать не должна. Хорошо. У вас, может, иная информация в отношении той, что мы получаем.
На Украине осложнилась ситуация или нет все же? Ситуация на Украине, естественно, непростая. Я никакой специальной информации не получаю. Как я имею в виду последний период, несколько дней. Да, последний период, очевидно, попытки украинской стороны перейти в контрнаступление. Они это пытаются делать на разных направлениях. В принципе, конечно, уже последние недели есть разного рода вопросы относительно того, что будет происходить дальше. Понятно, что в таких обстоятельствах, которые там сложились, затишье или там остановка фронта долговременной быть не может. То есть будет что-то происходить. Сейчас вот и происходит, но я надеюсь, во всяком случае, что российское руководство, военное командование, они, во всяком случае, отдают себе отчет и будут действовать сообразно обстановке. Хорошо, давайте вернемся к Нагорному Карабаху. Все же тема статуса Нагорного Карабаха не поднимается ни в Москве, ни в Брюсселе. Как вы это объясните? Ну, это легко объяснить, потому что никакого решения проблемы статуса не видно. То есть то, что было раньше, до войны 2020 года, с точки зрения юридической, ничего же не изменилось. Как, собственно говоря, мир признавал территориальную целостность Азербайджана формально, так и признает. Сейчас изменилась ситуация на месте, на земле, так сказать. Иной баланс, иная расстановка сил. Но с юридической точки зрения все то же самое. Нету внешних игроков, которые были бы способны вопрос статуса не просто поставить, а еще его и решить. Поэтому так его и не ставят. А Минская группа может вернуть статус Нагорного Карабаха на переговорный стол? Нет, Минская группа уже ничего не может. Минская группа, я думаю, фактически уже не существует. Кстати, новый сопредседатель Вашингтона приезжает на Южный Кавказ. Сопредседатель Минской группы? Да. Нет, ну можно приезжать сколько угодно, и можно проводить заседания даже, и может быть даже в нем будут участвовать представители всех сторон, хотя насчет России что-то я сильно сомневаюсь, глядя на отношения России и Запада, и в частности восприятие ОБСЕ. Но с 2020 года уже понятно, что иные механизмы действуют в этом регионе, в этом конфликте. Никто не будет считать, что Минская группа обладает какими-то полномочиями и правами что-то решать. А уж после того, как началась та ситуация украинская, которую мы видим, и фактически отношения между Россией и там, США, Францией, ну, прервались, по сути дела. О чем тут говорить? В таком случае, чем занимается Брюссель? Брюссель занимается, ну, во-первых, Брюссель и Минская группа – это немножко разное. Минская группа – это все-таки ОБСЕ, которая там существует по другим немножко законам и, на мой взгляд, уже давно по инерции. А Европейский Союз остается пока, по крайней мере, в обозримом будущем неким международным субъектом, который пытается играть роль, ну, скажем так, которую никто другой играть не может. На мой взгляд, это бесполезно во многих случаях, особенно вот на территориях, которые находятся вне Евросоюза или не примыкают к нему. Но, по крайней мере, амбиция такая есть. Для Брюсселя, для европейской дипломатии сейчас, вообще говоря, работы-то осталось очень мало. Ну, другие совсем условия, другие механизмы, другие рычаги задействуются. А вот здесь продолжается какой-то или процесс дипломатический, или, по крайней мере, его имитация. Ну, а имитацию, кстати говоря, европейцы очень любят. Я в данном случае говорю не в негативном смысле, а иногда полезно что-то имитировать. Но в данном случае просто не надо ожидать, что это к чему-то приведет. Значит, вы думаете, никакой связи нету между брюссельским и московским процессом?
Связь только одна, что там одни и те же объекты этих процессов, то есть Армения, Азербайджан, Южный Кавказ. А так отношения остро конкурентные между Россией и Евросоюзом. Россия, по сути дела, Евросоюз уже отказывается признавать как целостного игрока, как, так сказать, самостоятельного игрока. Отдельные страны – это еще ладно. А вот Евросоюз как бюрократия, как институт уже нет. Это, собственно, еще стало происходить до начала военных действий на Украине. Ну, соответственно, о какой координации тут можно говорить? Еще одна интересная вещь. Во Владивостоке было отмечено, что модератором отношений Армении с Турцией и Азербайджаном является Россия. Так, вы думаете, процесс под полным контролем России? Вернее, сюрпризов от Анкары и Баку не ожидать? Нет, конечно, процесс не может быть под полным контролем России, тем более, что если уж использовать вот такие слова, модератор, модератор не может обладать контролем. Это другая работа. Я, правда, не очень уверен, что Россия модератор. Это тоже какое-то странное описание, но ладно. Конечно, полным контролем не обладает никто. Конфликт не урегулирован, ну, в политическом, правовом смысле точно. Я думаю, что и в военном смысле это решение промежуточное. А когда и какое будет другое, мы не знаем. Но исходя из того, что все-таки решающим фактором является военная сила, ну, военное присутствие дает значительно большие возможности, чем отсутствие военного присутствия. Поэтому, конечно, Россия является ключевым игроком. Хорошо. Все-таки между Баку и Москвой вы неполадки не замечаете? Между Баку и Москвой отношения сложные. И они такие постоянно чреватые какими-то конфликтными ситуациями, которыми все время надо заниматься. Их все время нужно каким-то образом, как говорят, разруливать, потому что если отпустить на самотек, то это приведет просто к большому конфликту. Этим занимаются. Этим занимаются и дипломаты, и высший уровень президентский. Но, конечно, как и было раньше, отношения между Россией и Азербайджаном, они нелинейные. Собственно, они и остаются. Ну, никто на другое не претендовал. Да. Во Владивостоке говорилось об экономическом росте Армении. Да? В этом экономическом росте Армении немалая доля приходится на россиян, переехавших в Армению. Нет угрозы попадание Армении под санкции? Ну, как показывает практика, которую мы сейчас наблюдаем на мировой арене, угроза попадания под санкции есть у всех и в любой момент. Поскольку санкции превратились в широко используемый и очень такой размашистый инструмент. Прежде всего, со стороны Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, учитывать этот риск следует, но с другой стороны, ну а как? Это же не означает, что надо замереть и ничего не делать. Поэтому я думаю, что руководство Армении, в общем-то, это понимает, равно как и других соседних с Россией стран. Все же примерно в одном положении находятся. Ситуация, которая возникла, в которой оказалась Россия, как ни удивительно, дает очень много возможностей для соседних стран, не только по причине переезжающих туда россиян, но и по другим всяким торгово-экономическим, финансовым вопросам. Но, конечно, за этим следит большой брат из океана, и надо всегда соотносить риски и возможности. Ну, думаю, что этим и занимается. Тем более предупреждение было уже. Ну, предупреждение было, как мы видим, опять же, по опыту последних месяцев, американское влияние не безгранично. То есть Соединенным Штатам не удалось добиться того, чтобы подавляющее число, и вообще даже большинство стран мира присоединились к антироссийским действиям. Это даже, честно говоря, странно, потому что я ожидал гораздо больше эффективности от них. То есть, конечно, это меняется еще там, не знаю, 10 лет назад было бы не так, было бы гораздо жестче все.
Но, тем не менее, да, конечно, риски есть, и их надо учитывать. Я для вас специально готовил очень такие внушительные цифры. Так, с января по июнь денежные переводы россиян в Армению выросли на 155%. Только за июнь приток средств из России в Армению вырос на 391%. Это год к году, да? О чем это говорит? Ну, это о многом говорит, скажем так, это говорит о том, что жизнь начинает адаптироваться к новым условиям. Отчасти кто-то адаптируется, переезжая в ту же самую Армению, как мы знаем. Кто-то адаптируется, перестраивая свои финансово-производственные цепочки, используя другие страны. Кто-то переносит бизнес или, там, во всяком случае, создает филиалы. То есть это, на мой взгляд, как раз показывает, что экономика всегда живее, чем политика. Она всегда находит возможности, и это, возвращаясь к предыдущему вопросу, это расширяет значительно возможности соседей России. Если разумно и грамотно подойти к этой ситуации, можно очень даже на ней выгодно заработать. Знаете, я вчера ходил по центру Еревана, и у меня было ощущение, что я в Москве, а не в Ереване. Ну, я не знаю, какие у вас это вызывает чувства, хорошие или плохие. Очень хорошие чувства, почему? Нет. Ну, это... в таком случае прекрасно, что же. Это... Я был в Ереване в июле месяце, у меня не было впечатления, что я хожу по Москве, но я, конечно, заметил значительно большее количество и туристов, и, видимо, не туристов, а тех, кто переехал. Но это немножко странно, конечно. С другой стороны, а что же в этом плохого, если люди занимаются какой-то продуктивной деятельностью? Странно, что россияне выбирают Армению. Что тут странного? Нет, я не имею в виду, что они выбирают именно Армению, потому что эта ситуация есть и в ряде других столиц. Странно, ну вот, что мы в этой такой оказались в неожиданном положении, когда из России люди потекли в другие соседние страны. Но ничего плохого я лично в этом не вижу. Правильно. Спасибо вам. Вот и все. Москва, да. Федор Лукьянов, Кагагет.